если для начала поделись впечатлениями о первое победе на домашнем льду. Ну, в принципе, побежать всегда классно, как бы, ну, родные трибуны, жалко, вот, как бы, народу мало ходит. Ну, а так, что, выиграли, в принципе, в одну шайбу, так, спорная игра такая была, тяжелая. Ничего. Какой из периодов для тебя оказался самым тяжелым? Это, наверное, концовка, третий период, когда, как бы, соперник на 3-2 вели, они, как бы, тоже хотели сравнять. Нам надо было удержать счет, как бы, удержали, все хорошо. Ну, как вообще пока для тебя складывается сезон в МХЛ? Пока вся нагрузка на тебе, как справляешься? Ну, так-то, в принципе, это... игровой. Да, начало, как бы, сезона. Хорошие сборы провел с первой командой, как бы, силы есть, нормально все, думаю. Также все будем выигрывать еще дальше. Ну, наверное, у тебя есть что сказать болельщикам, любителям хоккея в Астане? Давайте, приходите на матч, поддерживайте снежных барсов, у нас всех ждем. Спасибо.